Виртуально по Саратову в областном центре уже около года реализуется проект на все 360. Это 3D-путеводитель по самым популярным местам города. На сайте можно найти виртуальный тур по развлекательным заведениям, достопримечательностям и культурным учреждениям. Одной из последних добавили 3D-панораму музея МЧС. Виртуальную и реальную экскурсии сравнила наша съемочная группа. Это диорама «Пожар в Саратове» в 1855 году. Он демонстрирует пожар, который случился в середине 19 века в самой старой части Саратова. Огонь тогда уничтожил почти половину Саратова, говорит директор музея МЧС Елена Васильченко. Из-за таких пожаров в прошлом несколько раз сгорал центр и окраины города. Диорама демонстрирует, как это было. В музее МЧС наравне с современными экспонатами представлены эти экспозиции 70-х годов. Вот еще один интересный объект. Все предметы интерьера в миниатюре сделаны вручную. За счет игры света сменяют друг друга. Квартира до и после пожара. Такие экспонаты, признаются в музее, у посетителей пользуются огромной популярностью. К нам ежегодно приходит 13-14 тысяч человек, посетителей. В основном, конечно, школьники, студенты в рамках обучения ОБЖ. Ну и, кроме того, приходят взрослые с удовольствием, осматривают экспозиции музея. У нас очень много интересных разделов, экспонатов. Теперь и в онлайн-режиме можно осмотреть залы музея МЧС. Разработкой занимались специалисты проекта на все 360. 3D-путеводитель по Саратову уже включает около 100 объектов. На сайте можно выбрать любое место и посетить в онлайн-режиме. Панораму создают из десятков фото, которые объединяют в единую объемную композицию. Сегодня в проекте больше всего увеселительных заведений. В основном пользуются рестораны и кафе, потому что больше пользователей интернета именно забивают, куда пойти, чем заняться вечером. Ну, в основном, да, это такие объекты развлечения, либо, еще раз повторюсь, рестораны и кафе. 3D-путеводитель – это, конечно, не замена активному отдыху, говорят разработчики. Это возможность выбрать место, в котором точно понравится. Панорамы объектов постоянно пополняются. В ближайших планах добавлять на сайт не только места для отдыха, но и 3D-композиции недвижимости, которая продается или сдается в аренду. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.